Здравствуйте, дорогие друзья! Это мы. А это вы. И это школа «Старост 2013», спортивный комплекс «Бригантина». И поехали! Привет, Кристина. Как у тебя дела? Привет, Паша, замечательно. Что ты здесь делаешь? Отдыхаю. Геннадий, оцените качество пищи в кафе «Бригантина», пожалуйста. Здравствуйте, господа. Я думаю, это свинина. Знаете, мясо достойное. А картофель, мне кажется, собирали на плантациях Могилевской области. И попробуем атлантическую сельдь. Она живет там. Всего доброго, до свидания. Хочу передать привет моей маме, папе, сестре и котику. Котику своему, декану факультета, да. Он хочет поздравить совет Старост с днем рождения. Филипп, тебе слово. Здрэ, короче. Спасибо. А мы нашли диджея, который мутит классный музон на Бригантине. Боря, скажи нам пару слов. Йоу! А мы после долгих поисков поймали председателя Совета по качеству образования БГУ Павла Бацевича. Итак, Паша, как тебе Бригантина? О, Бригантина вообще улет, супер, мне нравится! Значит, у всего первого курса произошли следующие накладки. Профессор обещал нам... Прокладки, говори точнее! Привет! Здорово! Как дела? Все супер! Что ты здесь делаешь? Ну, приехал на Бригантину, выступаю. В общем, волнуемся, сейчас выступление скоро. Ну, в общем, все круто! А что ты такой большой? А, ну, мама кашей в детстве кормила. В трех словах, поздравь совет старост. Все. Спасибо. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Павел Кислый. А что ты здесь делаешь? Просто приехал провести хорошо время в сообществе простых студентов, старост. Сходить в магазин. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. А из какой вы команды? WhatsApp. А еще веселее? WhatsApp. А какая у вас тема вашей команды? Тема? Country. Do it like this, hit it, oh.